Я защищаю себя от гриппа тем, что ем каждый вечер чеснок. Также я поставил себе прививки. Ну, все прививки есть. То есть заранее к этому Да. подготовился. Но не заболел? Нет. Молодец. Я во всем поддерживаю Алексея и хочу дополнить, что лучше принимать гнепитамины и не только лук. Ой, не только чеснок, а лук еще. Ну и Ну и здоровый. здоровый образ жизни, тот же спорт. Секретов никаких нет. Аптека у нас для этого есть. Вот как бы я еще не болела в этом году. Прививка осенью ставили. Все. Ну, то есть, если, не дай бог, вы почувствуете, что вы заболеваете, то вы Я пойдете, пойду в аптеку. а не к врачу? Ну, к врачу, да, сначала, а потом в аптеку. То есть вы доверяете вот такой стандартной медицине? Ну, а кому еще доверять? Я с вами У нас, согласна. по-моему, больше некому. Для того, чтобы не заболеть, нужно мыть руки перед едой, носить маску, меньше общаться с друзьями, а когда заболел, пить таблетки и Молодец. ходить к врачу. Значит, у меня единственный секрет, я очень часто промываю нос. По крайней мере, раза три в сутки в обязательном порядке. И мою руки, это у меня уже в крови, это всю жизнь. А промываете это чем? Водой обычной, с мылом. И Ну помогает. это, ну как помогает? Ну не знаю, пока не заболел. Фу-фу-фу.